Здравствуйте, дорогие друзья, Стельмах и дядьки. Первый тур. Это, друзья, интересный достаточно матч, потому что в фёрст-лиге этого сезона играли команда дядьки. И посмотрим, как они смогут с нашей такой командой, хорошим средняком голд-лиги, пободаться. Ну вот он первый момент. Руслан. Друзья, из команды Стельмах сегодня в составе Лунин Александр, Тандюк Владислав Нинон, Денис Вавренюк, Роман Сметюков, Филипченко Сергей, Пугач Константин, Джабар Рашид. В составе команды дядьки Боряченко Виталий, Шалюта Валентин, Шалюта Андрей, Петренко Григорий, Сошников Максим. Вот Петренко как раз отыграл передачу неплохую. Сошников Максим, Боряченко Андрей, Боряченко Никита, Тарасенко Артем и Пятницкий Дмитрий. Как я правильно понимаю. Пугач отыграл на Нинова, Денис. Снова на Пугача. Передача немножко в спину. Джабар Рашид. Пугач. Рашид Джабара. Белинский. Это Белинский Дмитрий, друзья. Рад видеть на самом деле этого игрока. Помнится, мне играл он в кубке года два назад. Или три, наверное, уже года. Да, года три назад. Ну, как жестко, неприятно. Но, тем не менее, Виталий Боряченко в рамках правил, по мнению судей, действует здесь. Петренко. И вот такой первый забитый мяч. Григорий Петренко. Нинов. Белинский ошибается при передаче. Вавренюк на Пугача. Костя на Вавренюка. Нинов. Хорошее пространство есть для удара. Может вот так развернуться и убежать. И догнать его очень непросто. Я думаю, Петренко Григорий это прочувствовал. Еще один выход и еще один супер шанс. Но на этот раз Лунин почесал затылок, подумал, в следующий раз все-таки будет выходить или нет, мне кажется. Потому что комфортно дядька справляется с такими моментами. И вот такой быстрый забитый мяч. Продавили прессингом, махнул немного ногой, свой же игрок, и в итоге 1-1. Петренко. Ищет решение Григорий Петренко. И снова еще один забитый мяч. Подшутил на эту тему Павленко Александр, что забивал и туда, в те ворота. Григорий Петренко, ну, будем так говорить, проблем с реализацией точно нет. Сошников. Белинский. Неплохой удар, Лунин справляется. Но перевел на Пугача Константин. Петренко. Белинский. У нас, друзья, игрок лежит на газоне. Ваша атака была, вы играли. Так ваша атака не останавливалась.
Максим недостаточно хорошо размялся, да и после таких небольших стыков можно на самом деле и получать микротравмы, чего не желать. Сериченко на центр играл. Петренко. 2-1, я напомню, у нас сейчас счет. Старался успеть Шалюта. Сложно было это сделать. Сериченко. Мавренюк. Нинова открыт. Вот Денис принимает мяч. Отличную передачу вырезает. Но как как хорошо тут справляется, конечно же. Артем идеально просто вошел в игру. Комбинирует сейчас дядьки и Петренко. Странно, что отдавал все же передачу здесь в этой ситуации. Белинский. Авренюк. Нинов. Пугач Константин. Есть отбор и точная передача. На Белинского. Дмитрия. Вавренюк. Почему бить не стал, непонятно. Нино пробивает, и Виталий Бреченко отлично справляется. Шалюта отдал две голевые передачи на Петренко, если не ошибаюсь. Отлично просто Андрей вписался. Уточни, младший Шалюда, это Андрей, правильно? Или Валентин, я забыл. Правильно. Спасибо тебе. Забивает сейчас у нас Сериченко. Очень-очень симпатичный мяч. Матч нас ждет. Я перепутал. Я значит, Сериченко Валентин именно отдавал эти голевые. Очень хороший матч показывает сегодня. Петренко. Дуэт играл на Белинского. Шалюта Валентин. Белинский. Нинов ставит корпус. Сериченко на центр. Вавренюк расслабленно, достаточно в центре поля принимал этот мяч. Андрей Буриченко повлиял на ход момента в итоге. Виталий Буряченко. Валентин Шалюта на Петренко. Обработка мяча неплохая. Все же, я считаю, хоть и не идеально для себя это сделал. Отыгрывает Григорий туда на Руслана Велинского. Дмитрия. Вот
неприятное столкновение и упустили мяч дядьки только что. Джабар Рашид, Вавренюк, и касание у нас Виталия Бюраченко было, это угловой однозначно. 2-2 на табло, ничья. 10 минут уже позади. Сошников, Максим. Бюраченко. Снова на Сошника. Еще один сильный удар. Тарасенко, Артем. Артем на Сошникова. Неудобно было Петренко там как-то комфортно сыграть. Тайм-аут, Стельман. И, друзья, тайм-аут. Небольшие обмены вбросами от вратарей. Сошников. Петренко. Сошников. Силовой удар. Петренко. Филиченко. Филиченко. Рады видеть Михаила Смутюхова в поле. Честно говоря, ну, после травмы не особо хотел играть он. Ну и вот такой важный крайний мяч реализовывает снова Петренко Григорий. Филиченко, Пугач, Манинова. Луни, нет, Виталий Бориченко вбрасывает на Фросенко. Попробовал Никита Бориченко пробить. Много сейчас подсказывает Андрей, все же, что нужно команде дядек. Но тем не менее, 3-2 на табло. Я понимаю, что у нас первый тайм, скорее всего, так и закончится. Как будет во втором тайме, это уже второй вопрос. Лунин. Тандюк. Селиченко. Минов. Не самый лучший удар, Виталий там растянулся и, в принципе, мне кажется, блокировал какую-то возможность забить. Сошников.
Петренко. Никита Буряченко, шанс. Луня на вынос, что есть сил. 7 минут, друзья, играть. Почему я осмотрелся, честно говоря, не понимаю. С этого ракурса не так хорошо видно табло. Поэтому сравнять счет еще легко можно будет. Это зависит от качества игры команды Стельман. Петренко, хороший контроль от Гриши. Сошников. Силовой удар, как мы видим, без шансов для Лунина. То ли в стенку неправильно выставил, то ли в чем причина. Ну, Максим реализовал. Со штрафного удара. Крайне редкие мячи, друзья, с такого расстояния. Джабар Рашид. Петренко. Салюта. И вот так Валентин снова реализовывает. Снова, потому что между этим мячом и предыдущим малое расстояние совершенно по времени, имею в виду. Валентин Шалюта с передачи Петренко. Тандюк. Кугач Константин. Рашид Джабара. Нинов. Сенко отыграл на Петренко. Григорий попробовал вот так навесить, но сохранил мяч. Пугач Константин. Неудобно. Нужно было бить сразу, мне кажется, было бы и результативнее, и проще по исполнению. Сошников. Джабар Рашид. Максим Сошников. Ударная позиция. И полностью пользуется своим моментом. Здесь Максим. Еще один забитый гол. Евгением 6-2 у нас, друзья, на табло. И 3 минуты и 25 секунд. Упустили что-то, честно говоря, не понимаю пока что, что. Но как-то не так играет. Я не хотел бы, я так сказал. Два дня. Я
Лисовский. Петренко. Как импровизационно и красиво это смотрелось. И Андрей Шалюк забивает в передаче Григория Петренко. Какой? Окей. Вот она, пенальти. И, друзья, играть в пенальти крайне непросто. Никита Буряченко реализовывает этот мяч. Последних минутах буквально первого тайма. Джабар Рашид. Белинский Руслан. На Белинского Руслана. Ну, красиво разыгрывает сейчас, честно говоря, дядьки. Что тут говорит? Не просто Стельмаху приходится. Дочь Константина Нинова. Лунин. Нинов. Вот он шанс забивать. Виталий Буряченко отлично себя показывает. Вот и свисток. Завершен наш первый тайм. Небольшой перерыв и будет второй. Сейчас наберем. Не беру тут, можно я там разывал. Прозвучал, друзья, свисток. Продолжаем дальше, друзья. Алло.
крупным. Петренко. Нинов на Вавренюка, пробный удар. Шалюта будет водить, а вот Петренко. Хороший сброс пяткой, но слабоват немного. Это дает повод построить свою контратаку команде Стельмах. Горяченко Андрей навешивал, но навес такой обработать не пробует. Рядом опекал игрок, защитник. Артем зарабатывает штрафной, и еще и к тому же желтая карточка для Нинова наработал. Он там количеством определенных фолов таких достаточно рядом стоящих желтой карточки, если можно так сказать. Лунин, фиксация на высоте. Красиво смотрелось для эффектных кадров. Пугач на Нинова. Денис. Петренко попробовал обострить передачи на Андрея Буряченко. Аут для команды Стельмах. Нет, нет, не для Стельмаха. Для дядек, друзья. Судья лишний раз просит внимательнее смотреть на его жесты. Главная игра в стенку. Нинов Денис. Джабар Рашид. Шалюта. Буряченко. Андрей Буряченко. Лунин не мог там зафиксировать мяч, как мы видим. А Андрей сбивает. Девять вам. Вот такой счет у нас на табло. Игорь. Да. Нинов убегает, Денис. Какой мяч забивает Нинов, Денис, друзья. Вот такой мяч тянет на попадание в топ. Убежал, так убежал. Так дали желтого за это. Мы не ломаем. Девять-три счет. И, конечно, цифра может быть немножко разочаровывающая. Но капитан свое слово сказал в любом случае. Хвалил там Сошников, получил за это желтую карточку. Пугач Константин пробует убежать по левому флангу. Но такие моменты это Стельмаху нужно забивать. А трудности есть сегодня, почему-то с реализацией. Ну и Виталий Горяченко стоит просто отлично сегодня. Это мое мнение. А вот Сметюхова, его желтая карточка.
Лунин. Пугач Константин на Нинова. Беленский, Дмитрий пробовал обыграть. Пугач Константин двоих оборовал вот таким образом. Но, правда, потом Шалюта Андрей сам вернул на круги своя. Все. Константин Пугач. Шалют Валентин. Беленский. Нинов. Самая лучшая передача от Селиченко. Светюхов. Под стопом работал, но для удара слабовато было, честно говоря, здесь. Вавренюк. Белинский Дмитрий на Шалюту. Валентин сохраняет мяч. Силовой удар. Есть добивание. Не точно. Отложенный фол Стельма. Дима, возвращайся. Да, я дам. Селиченко. Пугач. Нинов. Старается бурить дальше, находить свои моменты. Стельмах. Селиченко. Хорошая раскачка. Вот качнул, так качнул. Пример для, на самом деле, футзала, друзья мои. Сделал движение влево, чуть заставил защитника смутиться и забил в итоге. Лунин. 9-4 у нас счет на табло. Пугачная Вавренюка. Лунин. Нинов. Еще один забитый мяч. На этот раз ассист от голкипера Лунина, а забитый от капитана Нинова Дениса. Девять пять у нас счет. Петренко. Вот такой забитый мяч от Петренко. Но сегодня хорошая реализация, отличный матч показывает Григорий. Я говорил ему, что в том сезоне не в той оптимальной кондиции находился Григорий. Но здесь, я считаю, что вернул, на самом деле, себе свою эту форму. Двигается очень хорошо. Я бы так сказал, в тонусе находится. Нинов! Ну, обратите внимание, что творит Виталий Буряченко сегодня. Не знаю, где он практиковался стоять на воротах на время паузы в турнире, но навыки все лучше и лучше. В Италии. Нинов отыграл назад. Лунин.
Угач Константин, Анинова, Филиченко. Угач, Костя. Свободную зону отдал передачу, Анинов. Хороший сброс пяткой. Алюта на Петренко. Белинский. Свалили против Дмитрия. Там немножко Вавренюк подтолкнул в спину. И что? Засчитает судик. Засчитали этот мяч. Быстрый розыгрыш от Белинского и Петренко. Дмитрия. Барашит. Петренко. Не поспевает за этим мячом Андрей Буряченко. Аут для команды Стельмах. Отходим. За базаром пришел, но судья, что это такое? Петренко. Буряченко Андрей. Семь минут до конца, друзья, матча. Джобар Рашид, Тандюк не поспевает за этим мячом. Одиннадцать пять на табло у нас. Очень много количества моментов реализованных в этой встрече. Для Стельмаха Анинов на Тандюка. Сметюхов на Тандюка. Лунин. Белинский Дмитрий на Шалюту. Фрасенко. Снова Шалюта. Белинский. Джабар Рашид.
Хороший дриблинг от Рашида. Дальше продолжает контролировать мяч. Положил просто на замахах. Ну, это неплохо, друзья. Будем так говорить, на расслабоне. Это выглядело. Сложно в это поверить. 11-6. 17 мячей в этой встрече мы уже видели. Все просто залетает. Кто не скажет, что вратарей нет. Есть вратарей, и они пытаются делать по максимуму, чтобы этого не происходило. Тарасенко. Это просто открытый футбол. Бежал со мной. Буряченко, Виталий. Проем идет. Белинский Дмитрий. Есть уже. Лунин. Нинов. А никуда там было пас? Давай. Никуда. Тандюк, Нинов. Вот мяча для дядек. Виталий Буряченко. Салюта. Фрасенко Артем. Петренко. Филиченко. Петренко навешивает вперед. Пугач. Константин. Выдает передачу на Селиченко. Тот по диагонали должен был прострелить. Нет, не опасно это. Буряченко. Едва ли не пропустил. Лунин опасно выглядело. Не самый уверенный сейф, я бы так, наверное, сказал. Нинов. Есть уход в сторону. Еще один забитый мяч. Ну, Вавренюка долголевую в этой ситуации. Всего минута 40 секунд осталось сыграть до конца этого матча. Белинский. Переводил на Петренко. Лунин вбрасывает на Нинова. Денис. Пугач Константин. Снова не... Денис. Обстучались.
60 секунд остается до конца матча, друзья. Угач. Виталий Боряченко. Артем. Наша Люта Валентина. Снова Артем. Пробросил неудачно для себя. Белинский Дмитрий смог сориентироваться, отдал передачу. Красиво смотрелось. Замена. Пробей, раз, два, пробей, время идет. Белинский с фланга решил ударить. Но остается всего ничего, 2 секунды, друзья. Финальный счет этой встречи 11-7. Победа команды «Дядя», с чем их поздравляем. Команд поздравляем со стартом турнира.